Вот давай. Сейчас, ну давай, что сейчас? Просто я популярный теперь. А, это не та табло. Вон то. Вон у меня Вильнюс в 19:00. Вот. Сижу, жду. Пам-пам-пам. Короче, я уже в Вильнюсе. И сейчас иду в ночевку, а завтра в 5 вечера я запостил в Инстаграме. Буду кататься с подписчиками. Вот. А еще тут крутые подворотни с гопниками. Европейскими. Итак, я в Вильнюсе сейчас где-то 4 часа дня, и мне нужно вот куда-то туда по прямой, куда уезжает троллейбус, если я не ошибаюсь. Потому что я уже еду встречаться с пацанами в скейт-парке у моста. Но я точно, типа, я не ориентируюсь в Вильнюсе. Ну да, вроде бы вот там вода как раз-таки, и вон, да, мост через воду, соответственно, это не тот мост, но та река. И мне надо будет проехать еще влево до моста, который рядом. Вообще, Вильнюс забавный город. Я живу сейчас в старой части, и... Живу в старой части, и тут не очень с асфальтом. То есть, типа, вот здесь хорошо еще, здесь, видите, везде мрамор, такая аккуратная плитка, а в основном в старой части брусчатка, и надо очень много прыгать. Вот. Как я... Вообще очень интересно, то есть, очень много видишь сразу спотов, вот зацените только эту штуку. Ладно, я сейчас доеду до парка и буду уже включаться оттуда. Я себя, кстати, не очень чувствую, потому что в Вильнюсе сейчас прохладно. Ночью была температура, когда я приехал, около 5 градусов. Сейчас около 14-12. Вот, то есть вот я как сейчас в кофте, мне прохладно. Сейчас ехал вот оттуда сюда, вон там парк, и видел, как по тому берегу в эту же сторону ехали ребята на самокатах. Вот, причем гнали, что есть мощи, но еще где-то 20 минут до времени, на которое мы договаривались, мне написал человек 10-15, не знаю сколько, ну человек 10 точно написал. Но я надеюсь, что двое-трое хотя бы будут, вот, потусоваться. А вот это уже новый город, то есть вот та часть, где я ехал, была старый город, причем я ее еще очень много не записал. Там интересно, а вот это новый город, здесь высотки, а это старый троллейбус. Очень длинный светофор. Я остановился, успел достать камеру, записать это видео, и он до сих пор красный. Привет! Давай, Скай. Да. Привет. Привет. Пойдемте в парк, еще вы здесь. Вы сейчас ехали? Вот оттуда? Да. Я видел, как вы едете. А, какие? Оди, наверное. Ну ладно. Ну там вроде еще кто-то есть. Сейчас там посмотрим. Там много кто. Смотрите, как... Почти все в курсе. Давайте я просто приеду. Все, да. Здорово, парни. Привет. Давайте еще пять. Давай пять. Оп. Прости. Прямки? Давай. Их очень много. В общем, сейчас будем придумывать, что с ребятами делать. Я думаю, кто хочет сыграть в футдаун потом? Может, кто в блогах смотрел, мы с ребятами играли. Типа, кто сойдет первый с самоката. Да-да-да-да-да. Вот, потом сыграем. Короче, надо не забыть. А так, блин, ну давайте кататься. Отлично. Я честно, я немного в шоке. Я думал, вас меньше будет. Вот, короче,
Ну, я тут где-то час покатался, послушал байки от местных ребят. Кто-то перелетал тот бокс, кто-то сломал шею там. И, в общем, и вот они все за мной идут, вот, смотрите. Понимаете, да? Это сложно. Ребят, ну правда, ну это немного это уже тяжело. Типа, я понимаю, что все хотят на видео светиться. А, еще кому-то дал скот, вот. И еще тут сыграл с какими-то ребятами в скот, но они не говорили на русском. Ну-ка, давай, я снимаю. Ну, я думал, ты покажешь что-нибудь. Ну, давайте, кто хочет, по трюку вот со стола, я засниму и вставлю в видос. Ну, давайте. Я готов. Я заснял-то. Дабл. Отлично. Что? Что показать? Подожди. Русский, английский. Окей. Let's go. What is going here? Okay, you know, I'm video blogger on YouTube. Yes. What? That's channel name? 3C. 3 and C. If you know. Реклама печенья Орео. Давайте еще. Кто еще по трюку? Кто? Ну, ты не показал ничего. Еще один дабл. Опа 360. Давай, опа 360. Ага, так давай. Их много. Да, возьму. No foot. Не убился своей дедой. Не убивай. Инвард и брайв, вот они жесткие. Так, я забыл, что у меня... О, вот это нормальная тема. Табаган. У меня память ограниченная, я забыл. И компания эту проху почистить дома. То есть у меня на 8 гигов наснимать на 2 дня. А, хотя я могу... Могу в телефон вставить и точно. Мейзу. Вот сейчас, ну давай, что сейчас? Просто я популярный теперь. Я привет. Привет, подписчики, Вова. Привет, привет. Привет, всем. Привет. Всем привет. Вот так вот. Сейчас, я думаю, еще покатаемся и потом сыграем в футдаун с ребятами. Короче, сейчас поедем куда-то вот туда. На Кудирку ты нас поведешь, короче. Давайте толпой. Я сейчас тогда, чтобы камеру не убирать далеко. Так, вот сделал. Ей вообще лет 5, она неубиваемая, реально. Я, знаешь, с ней, она если сломается, я просто хочу купить либо вот ДК-4, либо ДК-5. А какой ДК-4? В смысле, ДК-4 она шанака, Барт. Ну, как бы, если еще и Брэндон Джеймс. Брэндон Джеймс это ДК-5. А, у да. них, смотри как, сейчас объясню. Вот. Давайте. Так, поставлю на картинку для видоса. Ну давайте, начинаем. Все по кругу. Играем в футдаун с ребятами. Мы переместились в стрит. Итак, раз, два, три. Все, больше никто не касается ногой. С этого момента. Раз, один выбывший, два выбывший, три выбывший. Я видел, ты выбыла. Кто остался? Так. У нас 4 человека осталось, да? 3 человека. Все, один, ты выиграл.
А, ну, наверное, поэтому и выиграл. Ну что, еще разок хотите? Ну давайте еще разок, а? А можно своим скутером? Ну давай, поменяйся с ним, скажи, я разрешил. Поменяйте самокатами. Ну пусть просто он, да, попробуй. Я самый хороший. Чего не играешь? Это норма. Ну что, готовы? Раз. Давайте, 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 давайте. Раз. Два. Три. Все, ребят, не касаемся. Раз выбыл. Два выбыл. О, тут сразу несколько. Так, я видел. Выходи. У меня такое ощущение, что он даже, ну, типа, некоторые просто так падают. Давай, самокат тащит. Реально, слушай, походу дело в моем самокате. Так ты же выбыл, нет? Он не выбыл? А, вы... Окей, нас теперь... трое или как? А, нет, двое. Теперь двое. Давай. Хорошо. Походу, все на моем самокате выигрывают. Это скут тащит! Ну давайте, еще один раз и все. Готовы? Давайте ради интереса кому-то еще мой самокат дадим посмотреть. Ты не катался еще? Все, отлично. Я не катался. Уже все, поезд уехал. Готовы? Раз. Давайте, давайте, играем. Раз. Два. Три. Все, играем. Как их много. А у нас люди из кофейни прям смотрят. Так. Чувака на моем самокате никто не трогает. Ну да. Ногой же дотронулся. Все, выбыл чувак на моем самокате. Итак, кто остался? А честно, у меня игрок, который проиграл, у меня. Ну это нехорошо, ну ладно. У нас не такая серьезная игра, забей. Итак, все, ты победил. Ну да, значит, теория с моим самокатом неверная. Ну ладно. Ну просто тащеры могут делать. Ну, в общем, вот мы с ребятами, наверное, вот эту грань пообкатываем. И типа, ну тут прикольно. Типа, мне нравится литовский стрит. На ступенечке надо. Вот туда. Ступенечки? Да, там дофига ступенечек. Пойдем. Сейчас я рюкзак возьму. Это просто грудь. Смотрите, ребят. Такое дело. Давайте вот катать эти два сета, да. Ну, то есть вот тот не трогаем. И еще как бы не надо оравой всей. То есть вот один человек прогнал, потом следующий. Вот так вот давайте, хорошо? Ну там по два можно, но просто чтобы не было вот такой там фигни. Нас осталось уже мало. Мы со стрита поехали еще раз в парк. И с парка сейчас похавать. Вот. А потом опять в парк, уже до посинения конкретно. Давайте, давайте скуты вот, короче, вот там бросим. Все вместе. Ребят. Ребят, подожди. Давайте скуты вот все вот туда просто поставим. Вы можете, наверное, еще скуты. Короче, все. Докатался я. Довел весь Вильнюс. Так, погнали туда, поднимемся. Парни со мной по пути. В общем, из итогов. Я не знаю, пойду ли кататься завтра. Вот. Может, я завтра вообще сдохну утром. Вот, но прикольно. Во-первых, я не ожидал, что будет большая тусовка. Было человек 20, думаешь, да? Да, 20, наверное. Ну вот. И, короче, я просто, я уже типа как стал чувак, который приходит и портит всем катку, потому что за мной ездит туча школьников и мешает кататься всем просто. Огромный хвост. Вот. Ну, вот такие дела. Да, день, блин, насыщенный вышел. Ладно. А на этом всем спасибо. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. У меня есть Инстаграм, Перископ, Твиттера нету, ВКонтакте. В общем, все ссылки будут в описании. Спасибо. Пока. Хочешь по камере ударить? Да. Типа ладошку к объективу дотронься, и выпуск закончится.